Данный отрезок МН, и на нем построены три треугольника. АМН, МНС и НБМ. Так что они все подобны между собой. Причем их соответствующие вершины именно вот так выглядят. Вот я пометил уголки. Вот эта одна дужка будет равняться одной дужке вот этого треугольника. И одной дужке вот этого треугольника. Ну, я как бы сделали такие вот поворотные гематетии, которые перевели там отрезок АМВМН, потом отрезок там СМВМН. Вот. У нас получилось такие три красивых треугольника. Вот. Надо доказать, что треугольник АБС подобен каждому из них. И что центр его описанной окружности равно удаленным точек М и Н. Вот. Для того, чтобы это сделать, я продлил все стороны до пересечения. В наших треугольниках был МЦН, я продлил до пересечения с вот этой стороной этого треугольника и с вот этой стороной этого треугольника. Точку я назвал А', эту С', эту Б'. Но так как у нас углы равны, вот этот угол, например, вот этому, то у нас получились, да, и вот этот равен этому, у нас получились такие равнобедренные трапеции. То есть, если есть отрезок, у него должны вот так равные углы, и вот так равные углы, то вот это будет равнобедренная трапеция, не то, что по симметрии. Вот. Значит, если мы проведем середину перпендикуляра к МН, то это будет осью симметрии этой картинки. Значит, B будет симметрично B', C будет симметрично C', A будет симметрично A'. Теперь докажем, что вот эти шесть точек лежат на одной окружности. Для этого заметим, что треугольник NB'C подобен треугольнику NA'A. Потому что вот это параллельно этому, значит, вот этот угол равен вот этому. Ну, собственно, да, это все, этот угол общий. Ну, значит, вот этот угол равен этому, значит, А'С'Б' лежат на одной окружности. Это понятно? Ну, вот этот угол равен. Вот. А центр этой окружности, очевидно, лежит на серперик А'. Он же серперик МН. А раз тут где-то лежит центр, то ОА равно ОА' равно ОС равно ОБ' и равно ОБ равно ОС'. Потому что этот серпер так резком СС' ББ'. Ну, значит, если точка вот на нем лежит, значит, она равна длина от точек С и С'. Значит, на этой окружности лежат все шесть точек. А центр ее, как мы уже доказали, лежит на серперике МН. Это одна из частей задачи. А другая часть доказывается так. Мы заметим, что угол BAC равен углу BA'C по теореме о вписанном угле. Ну а вот этот угол равен этому, потому что картинка симметрична. Ну и все. Значит, угол BAC равен одной дужке. Но логично доказывает, что угол ABC там равен еще, наверное, волнистой дужке. Сейчас посмотрим. Ну, в общем, не важно чему, но, в общем, аналогично про два других угла доказывается. Ну, и значит, треугольник ABC будет подобен вот этим всем трем, что требовалось доказать. А можешь еще раз повторить про окружность? Ну, про центр окружности. Про центр? Да. Ну, вообще, ну, если на окружности лежат точки А, А', С и Б'. Вот четырехугольник у нас вписан. Потому что вот эти углы равны. Вот. А ее центр лежит на серперик АА'. Ну, потому что на середине перпендикуляре. Да, на середине перпендикуляре. А, так как М, А, А', Н равнобедренная трапеция, значит, это же середина перпендикуляра. Ну вот, значит, центр лежит на оси симметрии. Все. Почему точки эти точки на той же окружности лежат, понятно?